Следующая остановка – Тимуровская улица. Уважаемые пассажиры, троллейбус следует маршруту номер 13 по измененной трассе до конечной остановки станция метро Площадь Мужества. Приятной поездки и хорошего дня! Тимуровская улица. Следующая остановка – проспект Просвещения. Проспект Просвещения. Будьте внимательны. Троллейбус следует до остановки Площадь Мужества. Следующая остановка – Учительская улица. Учительская улица. Следующая остановка – проспект Луначарского. Проспект Луначарского. Будьте внимательны. Троллейбус следует до остановки станция метро Площадь Мужества. Следующая остановка – улица Академика Байкова. Улица Академика Байкова. Следующая остановка – Светлановский проспект, дом 75. Светлановский проспект, дом 75. Будьте внимательны. Троллейбус следует до остановки станция метро Площадь Мужества. Следующая остановка – сад Бенуа. Сад Бенуа. Следующая остановка – Тихорецкий проспект, дом 7. Тихорецкий проспект, дом 7. Будьте внимательны. Троллейбус следует до остановки станция метро Площадь Мужества. Следующая остановка – станция метро Политехническая. Станция метро Политехническая. Следующая остановка – станция метро Площадь Мужества. Конечная. Уважаемые пассажиры, наш троллейбус прибывает на конечную остановку станции метро Площадь Мужества. Чтобы добраться до остановки Придорожная аллея, пользуйтесь троллейбусным маршрутом номер 4. Смена направления маршрута. Следующая остановка – станция метро Политехническая. Троллейбус следует маршруту номер 13 по измененной трассе до конечной остановки Светлановский проспект. Приятной поездки и хорошего дня! Станция метро Политехническая. Следующая остановка – Тихорецкий проспект, дом 7. Тихорецкий проспект, дом 7. Следующая остановка – проспект Науки, Тихорецкий проспект. Проспект Науки, Тихорецкий проспект. Следующая остановка – сад Бенуа. Сад Бенуа. Следующая остановка – Светлановский проспект, дом 75. Светлановский проспект, дом 75. Следующая остановка – улица Академика Байкова. Улица Академика Байкова. Следующая остановка – проспект Луначарского. Проспект Луначарского. Следующая остановка – Учительская улица. Учительская улица. Следующая остановка – проспект Просвещения. Проспект Просвещения. Следующая остановка – Тимуровская улица. Тимуровская улица. Следующая остановка – Светлановский проспект. Конечная. Уважаемые пассажиры, троллейбус прибыл на конечную остановку Светлановский проспект. Не забывайте свои вещи в салоне троллейбуса. Троллейбус идет на разворот.